дело. Я Макдональдс вообще не ем вообще. Но картошка вот эта вкусная, нет. Я если хочу какой-нибудь гамбургер, я только ем, ну, эти, домашнего приготовления. Почему не приготовилась прямо? Гамбургер? Почему? Да, я в эфире. Так что тихо. Секретничаем, как говорится. Рассказываю своей Леночке про отдых, как классно я слетала. Угу. Смотрите, какие у меня длинные ногти. Сегодня мы даже сделаем немножко другую форму. И вообще, такого я еще не делала. Френч. Такого я еще не делала, френч. Привет, красотка, привет. Каким цветом ногти будут? Ну, как вы, наверное, все помните, до Нового года я делала с блестками. И вот, как бы, меня многие... мои обосрали, типа, что за вкус. Но при этом потом к Лене приходили девочки и делали тоже блестки. Вот я думаю, может быть, повторить. Слушай, я типа тренд, да, вожу, как Бузова. Бузова, я типа это. Давай не про нее. Мои люди всегда со мной. Я тоже тренд ввожу. Так, привет, привет, привет. Какой мерзкий голос, слушай, тогда надо тебе срочно от меня отписаться. И вот. Не смотреть прямые эфиры. И не смотреть мои прямые эфиры, потому что голос у меня действительно мерзкий. Вы читаете Директ? Да, конечно. Классная соска. Что за соска? У тебя ребенок, и ты купил классную соску ей? Смотри, так? Да, же. Да. О, классно. У меня такие ногти маленькие, пластины. Это нормально вообще? Наоборот, красиво. Да? Точно красиво? Ну да. Вот так вот, ясно? Такая красотка? Да нет. И я сегодня встала в 7:30. Какая я красотка. Какой мерзкий голос. Да уже это сказали, господи. Твоего парня нет. Красивый цвет волос, Сашуль. Да. Я наконец-то прилетела с отпуска и быстро-быстро начала заниматься собой. И сделала очень клевый цвет волос. Спасибо Ниночке. Ну, ты вообще такой у тебя был? Да не такой у меня был. Я всегда светлее была. А здесь, видишь, я прям корни затемнила и сделала пепельный. У тебя и был пепельный. Но он не такой был. Может, корни оттемнили, не знаю. Так, не думала поехать отдыхать с дочей, дети быстро растут, думала, что надо отдыхать с дочей, вот, летим с Софией в Турцию, вот, мы решили, тебе до Бузовой как до жопы языком, я так понимаю, что язык до моей жопы, это твой ты имела в виду. Ты после 6 кушаешь? Да, конечно, я и после 12 могу покушать, и до 12 могу покушать, как бы у меня проблем с этим нету. В этот раз мы красили голову и красили корни и тонировали сам волос. Сашка, Костя куда делся? Не знаю. Не сиди боком, повернись лицом. А то выглядишь не так уж. Не поняла. Видела вас в эфире у Андрея Малахова. Да, было дело. Кстати, я об этом сегодня буду писать пост. Просто мне пока некогда. Когда выходишь на работку? На работку я выхожу с 28 числа. Ты ногти делаешь? Да, я делаю ногти. У меня наконец-то отросли. Ну, не считая этого, который сломался. Я могу поменять форму. Я не очень люблю длинные ногти, вот, мне с ними неудобно, но в этот раз мне захотелось прям что-то новенькое. На лице у тебя тонны штукатурки. На самом деле тонны штукатурки нету, я просто нормально загорела сейчас, вот, и у меня остатки нарощенных ресниц. Вот посмотрите на эту женщину, как она на вас смотрит. Вот, что, блядь. Ну...
как бы, знаешь... Ну, по свету все падает. Я смотрю в камеру, не могу понять, куда, где они там это видят. Не знаю. Свет им падает. Я накрашена как-то, да, сильно? Нет, у тебя еле маленький слой тонака или пудры, да, и все? Пудра чуть-чуть. Если не секрет, сколько платишь за... За кого? За ногти. И здесь вступаю я. Да. Сколько за... Сколько стоит ногти? Она расплачивается кофе, завтраком и ужином. Ясно. И еще я иногда сижу с ее дочкой. Два раза в неделю. Два раза в неделю, да. Да, конечно, я не плачу, мы с Леной уже сколько лет вместе, вот, а так сколько стоит маникюр? Ой, гости задают вопросы, это если что, WhatsApp. А, задавайте вопросы к Лене на страничку. Ты про Сударкину правильно сказала, но меня просто раздражают люди, знаете, которые выходят там... из дома 2 и начинают, блядь, поливать грязью все, что можно. Сейчас, конечно, там хейтеры начнут говорить, что ты делала то же самое, но я никогда не делала то же самое. Про Бузову, посмотрите эфир, я не говорила, что она какая-то там Ше, Бе и так далее. Про Бузову я сказала, что, ну, она наоборот молодец. На фоне своего развода она просто сколотила себе... состояние, да, и как бы, ну, раскрутилось. Наоборот, девка молодец. Я имела в виду это, что, ну, как бы, в роли разведенки она начала зарабатывать. Но я не говорила, что она какая-то херовая. Знаете, после, как ее, Бузовой, многие пытались, там, я видела, разводиться на камеру, на всеобщее обозрение, там, плакать, еще что-то, лишь бы, ну, как бы зарабатывать так же. Но никто не смог. Простой текст тебе. Проверим, насколько ты блондинка. Сколько будет? Два в три... Что? Два в третьей степени? Что? Я не поняла вопроса. Два в третьей степени, это два умножить на два умножить на два. А-а-а. 2 на 2 – 4, 4 умножить на 2 – 8. Что ты так дернулась? Я неправильно посчитала? Я не знаю. Ну, как бы, ну да. Когда ты вернешься на дом 2, без тебя там скучно. На дом 2 я уже, по ходу дела, не вернусь никогда. В какой цвет красишься? В цвет ни в какой не крашу, сделаю ногти. Какие ногти сделать, я не знаю. Может быть, кто-то нет, мне... Нет, не имели в виду, что это дальше. А, в какой цвет я крашу, все это надо обращаться к моей Нине. Нина, нижнее подчеркивание, Ханна. Ты уже в Калининграде? Нет, я еще в Москве. Ты очень красивая, и то, что ты не накрашена, даже сильно и не видно. Голос у тебя превосходный, мне ты очень нравишься, не слушай никого. А, кто завидует? Спасибо большое. Вот хорошо поддержали прям. Нина, конечно, родила уже ребенку месяц. Второй пошел. Твоя Нина, вот эта, которая, которая красит, красит. Конечно. И она работает сейчас, да? Да. Вот сегодня она работает целый день. А с Ляля? Ляля с мамой. А, так, Саш, ты ешь хлеб и сладкое? Да, на самом деле, вот сейчас Лена просто, чтобы не палиться, убрала целую коробку эклеров. Вот, ее притащила я. Хлеб я тоже ем, но очень редко. Ты с кем сейчас встречаешься? С мужчиной. Наконец-то я встречаюсь с мужчиной. Гос, как убрать животик внизу после родов? Я вчера была на очень классном, кстати, в сторисе есть ссылка, массаже. Он какой-то такой, знаете, вакуумный. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но сегодня я проснулась, у меня даже талия появилась. То есть с организма вышла вся вода, и как-то вот этот жир подразбился. Вот, зай, вот честно тебе говорю. У меня просто, я тебе покажу, до какая я была бесформенная. И сегодня я проснулась, у меня прям даже джинсы на высокой талии сели классно.
Как тебе новенькая Яна? Это которая девушка Гуфа или что? Сохранишь эфир? Постараюсь. Пирог получился? Нет, не получился, потому что я выпила бутылку вина и, короче, мне не получилось. Но было очень интересно, как бы. Ты готовила пирог и не доготовила? Ну, как не доготовила? Я начала готовить пирог. Решила открыть бутылочку вина, выпить бокальчик. Выпила бутылку вина, и здесь я подумала, что тесто немножко жидковатое, надо добавить муки. Ну и, короче, получился мука-пирог. Так, мужчина живет в Москве или он из твоего города? Живет в Москве. Ну и ты пороть. Кого пороть? Кого отпороть надо? Где тигр? На работе. Да ты и так стройная, какой, блин, это модельная фигура. Нет, на самом деле нет. Так, привет из Владивостока. Владивосток, привет. Она не шкура, просто тупырка. Господи, это про кого? Почему ушла с дома 2? Ну, потому что я устала, захотелось немножко другой жизни, из-за этого ушла. Счастья вам, спасибо. А что ты мой стаканчик убрала? Где? А, я допила, все, я вспомнила. Где покупала серьги и цепочки? Одну цепочку мне подарил ювелир из Дубая. Друг, сразу говорю, друг. Вот. Вторая цепочка у меня, мне был подарок сделан на день рождения. Сережки, это тоже подарок. Так. Папа, бывший муж общается с дочкой твоей. Это наша дочка, и да, он общается. Детишек еще планируешь, но в ближайшее время точно нет. Можно с тобой познакомиться? Не думаю. Дочка с тигром не знакома. Так. Еще один тест. Квадратный корень из 49. Вот посмотрите в эти глаза, честные. Зачем вам задавать такие вопросы? Я вообще не понимаю, в прямом эфире, которые тебя интересуют лично. Зачем задавать здесь математику? Ну, так они проверяют мое IQ, ребят. Оно не слишком высокое. По математике я нулевая. Обожаю смотреть твои эфиры, ты классная, и дочка у тебя просто супер. Блин, ребят, спасибо большое. Я на самом деле соскучилась очень по Софии уже. Хочу быстрее домой. Скоро я уже уеду к ней. Буду мучить эту киску, Марки.